Приветствую вас, друзья, с вами Лисперс. Продолжаем проходить Героев Шестых за Альянс Света. И с помощью Антона, его заслугами, да, мы отхватили черные холмы у Жоржи. Ну, точнее, то, что от него осталось после Инквизиции, после того, как он восстал из мертвых. Фак. Это, конечно, жесть как. Странно. Так, ладно, разлучену мы также городишку себе забрали. И, собственно говоря, нежданчик здесь у нас прискакал в виде Максимуса. Это у нас рыцарь Сила из Союза Умеренности, который, собственно говоря, решили наши бароны объединиться и противостоять нам. Как узурпатору, да? Нахал такие. Интересно, вот куда он пойдет? Так, здесь я вообще ничего строить не могу. Окей. Давай-ка чекнем этот город. Угу, кристаллы, да? Ага, магистрат. Кстати, да, сколько бы мы ни майнили золотишки, нам его всегда будет не хватать, по крайней мере, на первых порах так точно. Давай немножко в экономику, потому что все это дело в итоге-то окупится, стократно окупится. И, наверное, давай-ка я подожду, вариантов вообще пока никаких не вижу, хотя для нас это не сильно большая угроза, я просто хочу посмотреть, куда Сио направится. Направляется он в нашу сторону. Значит, мы делаем следующие вещи. Так. Угу. Давай-ка в этом мы замке отстроим ангельский дозор. Чтобы мы могли пополнять во время боя шкалу нашей защиты сразу до первого уровня. И не ждать такого случая, когда же она прокнет и прокнет ли вообще. Магистрат хотелось бы, но нет, ребят, но нет. Давай-ка мы... А, нет, не-не-не. Давай-ка я лучше построю гарнизончик улучшенных стражей. Ребятки хорошие, они мне нравятся, они прям вообще молодцы. Чё, сейвимся, да? И погнали, наверное. Чё его ждать? То есть он либо на замок нападет, но нам тоже там не очень удобно сражаться. На самом деле, за крепостными стенами у нас не так уж и много стрелков. Что ты из себя представляешь, братюнчик? Так, немножко стрелков. Ага. Грифончиков у нас, походу, сейчас станет меньшим. Кстати, стрелков-то не так уж, чтобы прям много. Я не понимаю только, какого лешего наши стрелки вообще ходят где-то в самом анале, да? Это меня немножечко сейчас напрягает, расстраивает. Ага. Понято, понято, понято. Сейчас еще вражеские стрелки жбахнут. Да, грифоны, как я и сказал, грифоны у нас сейчас будут как бы козлы отпущения. Давай-ка ты висталок попробуешь забрать. Тем не менее, нужно попробовать уменьшить популяцию вражеских стрелков. О, кстати, хорошо получилось уменьшить популяцию-то. Ничего так. Ждем. Вражина тоже ждет и никуда не хочет идти. Здесь уже как бы вариантов я не вижу, чтобы ждать. Значит, как минимум, давай-ка мы встанем куда-нибудь сюда. Прикрыть наших стрелков. Вообще девок я бы, наверное, в этот бой не брал. Толку от них сейчас, как бы не сказать, не сильно много. Точнее, вообще, наверное, нет. Давай-ка нам гвардейцев щит. И пока есть такая возможность, мы, наверное, их накажем. За то, что они подошли чертовски к нам близко. У них тоже гвардейцев много, и, наверное, это даже... Это, наверное, даже плохо. Подожди, а мы можем... Хотя нет, не можем. Не хотим, точнее. Можем, но не хотим. Сделаем-ка мы вот так. Да, маги совершенно немного влетело. Так, 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 куда ты сядешь? О, стреляли эти грифоны, знаешь почему? А потому что наши гвардейцы это просто так не оставят. Не, не зря я их улучшал. 4-5, 4-5, 4-5, давай. Благо им не отвечают, вот эти вот сияния, они прям божественные. Ну они и так, конечно, божественные, это все понятно. А, но другое это дело то, что они... Угу. Зашибись. С неба там падает всякое разное. О, кстати, вот это... Ёпта, нифига вот это ты сейчас мне выдал.
Минус девки, я понял. Но я говорил, как бы в бой их сейчас было брать. Вообще никак не надо было. Рили их не надо было просто брать с собой, и тогда бы мы тогда могли бы, кстати, эти засранцы ведь доходят. Только мы их еще популяцию поуменьшим. Сходит, по идее, вражеский. Ага, они ждать даже стали. А если мы с разбегу, так и прям в лобби... Хотя не. У нас здесь есть... Немножечко другая цель. А, хотя... Я думаю, в принципе, можно. Давай. Давай вот и сделаем это. С удачей, так это вообще хорошо сейчас зашло. Угу. Дальше. Блин, ну вот эти вот... Не нравитесь вы мне, господа. Ой, вы мне не нравитесь. Придется сделать вот так. Хотел я наказать вражеских имперских грифонов, но... Но нет, ребят. Во-первых, здесь мы сейчас под защитой. В любом случае... Ого! Я понял. То есть они работать решили вообще не по тому плану, по которому я думал. Не ждал, не. У меня тут еще герой как бы есть. Точнее, баф от героя. Смотри, все четко пока что. Конечно же, вражеский грифон нас не исходит, потому что зачем ему это нужно? Он же уже мертвый. Пам-пам-пам-пам. Так. Как-то вот так. Как-то вот так. И тупо добиваем. Ну, слушай, ну четко все сработано, согласись. И я считаю, что прям обалдеть. Конечно, висталок жалко. Висталок очень много отлетело. Точнее, будущих висталок. Пока что это были послушницы. И два грифона. Но с другой стороны, ну что теперь поделаешь? Что теперь поделаешь? Зато мы, так скажем, свободны не в какой-то мере. Руки у нас развязаны. Плюс-минус. Можно даже сохраниться и попробовать еще лесопилочку забрать. И стрелки, вот не люблю я 200, ёпта, а вот это больно будет. Мне даже и прикрытое будет особо некому. Не-не-не, пока я себе не раздобуду висталок, я, наверное, на таких не пойду. А здесь что у нас творится? Давай-ка чекнем. Ох, ё-моё. Не так уж и много, но вот 15 этих существ... Блин, можно... Кстати, вот этих вот давай, все-таки я, наверное, осмелюсь. Все-таки я на этих ребяток осмелюсь. А вот эта зверская атака, она, конечно, плохенько. Так, на арбалетчиков. Чё мы, гарпи подождем? Гарпи же, наверное, подойдут. Куда они нахрен денутся? Конечно, они подойдут. Подлетят, я бы даже сказал. Межлетающее существо. Угу. Нормас. Ждем. Ждем, ждем, ждем. Здесь у нас стрелки. О! Это хорошо. Это хорошо, хорошо, да не очень. Ну, надо их минусовать. Потому что у меня здесь как бы герой помогает. Да. Считай, полотряда мы здесь... Не... Они очень сильные. Здоровья много, еще с разбегу сейчас жахнут. Малт не покажется. Так, вы долетаете. Ну, да, да, да. Чё, гарпий тогда? Хотел бы щит оставить, наверное, на какой-то отряд посильнее, типа всадников. Солнце прикрыть.
на стрелков сейчас побегут ведь. Паразиты. Поэтому давай-ка мы их удивим. Мы вот так вот сделаем. Тут вот 38 громил. Это будет, ой, как больно. Надо будет сейчас резко пробовать как-то гвардейцев отводить. Если получится, конечно же. Так. О, с удачей. Ей, это было хорошо. У них прям пол хлебальника треснуло. От радости такой. Так, гарпии ходят. Потом стрелки ходят. Потом ходят наши ребятки. Причем все наши ребятки ходят. Потом, ага. Сначала в любом случае там сходят орки. Так, давай на гвардейцев. Немножко удачи, немножко всякого разного. Накинем. Ну, блин, к ним как бы тоже к этим гарпиям отношение-то. Кстати, практически завалили. Тут осталась фигня. Ладно, хоть в ответку они сейчас выхватят. Стрелков бы добить. Вот это было бы совершенно не лишнее, потому что... Угу. Подлянить они, конечно, будут. Дай боже. Так. Орков я боюсь. Я здесь боюсь только орков. У них прям дамаги хватит. Прям хватит, хватит. Давай сюда. Ретируемся, пока есть такая возможность. Потому что впоследствии возможности может и не быть. Мне нужен щит, мне нужно с него сбить контратаку, и мне нужно его будет только потом наказывать. Все другие, как бы... С него здесь защита. 4, 9. Одного, двух. Давай парочку ягуаров этих воинов еще скосим. Так, ну вы что, подошли, во. Я-то думаю. Блин, а что я думаю? Я думаю, что нужно избавляться от этих ребят. Потеряли всадника солнца. Он у нас стал мучеником, бедняк такой. Так. Контратака сбита или не сбита? У него вот, это, вот этот удар засчитался ли? Ага, херенушки. Он засчитался. 13-17. Потом... Ага. Ну, короче, смотри, вариантов нет. Ну, как нет вариантов? Ну, то есть сейчас я вот встану рядом с гвардейцами, ударю. Смысла пропускать этот ход нет, нужно бить. Потому что в противном случае будет много больнее. Жаль, этот удар они у нас не засчитался. Это реально жаль. Да. Немножко. Чутарику один арбалетчик отлетел. Во-первых, там кристалл, там золото есть. Че я сюда ломанулся там, да, на этих нейтралов? Это не гора стрелков, до которых еще дойти нужно будет. И, собственно говоря, чтобы там померла половина народу. Здесь будет немножечко попроще. Но все равно потери есть. И грифон, и всадник. Ладно. У нас два замка. Чу сейчас плакаться, да? Из-за этого дела вообще не стоит. Я считаю... Проходные потери. Так, вот тебе 300 золота, вот тебе 2 кристалла. А вот тебе еще один кошелечек. У нас их 3, ёптать. Мы теперь майним просто 750 в день. Не напрягаясь вообще, не отходя. Чисто электричество оплачиваем, да? Так. Валеска, че ж ты мне скажешь, интересно? Дай-ка я сохранюсь. Я не знаю, что мне скажет Валеска, как она мне это преподнесет, будет ли она за меня. Или же наоборот, напротив, она будет против. А вот эту штуку... Немножечко лидерства я бы, пожалуй, взял.
О, ёпта. Вот это сейчас хорошо. Вот это хорошо, ну чё? Эх, ребят, была не была, давай. Валеска, что ты мне скажешь? Валеска, император прислал тебя, чтобы заковать меня в кандалы? Или ты здесь, чтобы просить прощения за то, что предала отца? Император Лайм послал меня заменить Сальваторе. Я не посмела ослушаться, хотя для меня это верная смерть. Я в вашей власти, герцог Антон. Доведет вас Эльрат. Ты жалеешь, что предала мою семью? Я поступала так, как считала правильным. Но за годы службы я никогда не служила никому достойнее вашего отца. Если бы я это знала, то сделала бы другой выбор. Я не утверждаю, что знаю или хотя бы понимаю волю Элирата, но я понял, что единственный путь вперед — исправлять то, что можешь, и надеяться, что на это хватит жизни. Для меня будет честью снова служить герцогу Грифона. Хорошо. Я дам тебе еще один шанс. Но не надейся на прощение, если предашь меня. Пусть я герцог, но я не мой отец. Да уж. Ты не его отец. В смысле? Чё сейчас это было? Чем она нам сослужила? Я не понял. Куда нахрен испарилась-то? Алло. Я, говорит, вам служить буду. И исчезла. Вот эту штукенцию надо, ребят, строить. Нахрен в разлучине-то? Хотя. Ш не Капитолий. Ладно. Теперь здесь. А здесь чего не хватает? Дерева. Два дерева не хватает, ёпть. Ну ладно, до конца недели я успеваю. Плюс я... Три кристалла надо, да? Три кристалла у нас, по-моему, захвачена шахта. И у нас должен быть, да, плюс один. То есть мы... По логике должны успеть, наверное, построить обе часовеньки. И в том замке-то, и в этом. Подожди, а что-то я здесь могу такого построить, чтобы прям хватило действительно. Везде требуется дерево, ребят. С деревом у меня сейчас некие проблемы. С деревом у меня сейчас есть некие проблемы. Давай-ка мы посмотрим, наверное, ближе к делу. Так, во-первых, сейвуюсь. Во-вторых, сюда. Сюда я тоже могу пройти? Так, указатель, указатель. Ну вот это вот полчище меня смущает. Дай-ка я 101. 101 орк. Это, блин, это сильно. Если он в одном отряде, это прям смерти подобно. В двух отрядах это тоже смерти подобно, но немножечко, так скажем, размазано по времени, да? Да. Давай прокой. Так, давай-ка сюда полетели. Ох, мазафака щит, это сейчас бойня будет. Это будет бойня, ребят. Давай. Они очень плотные сами по себе. У них двойной удар, что просто сулит нам охрененными неприятностями. Так, нужно бить как-то вот так вот. Чтобы, собственно говоря, здесь еще могли встать мои рыцари. И раз. И два. И три. Зашибись. Зашибись. Девяточку еще. О, вот это сейчас было мощно. Это прям мощь, это сила, это власть, это... Хорош, 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 хорош. Так, смотри, кто там? Рыцари, грифоны. Давай на рыцарей. Да ладно, ничего себе у нас прокает. А, ну мы там посетили, собственно, эту. Так, и здесь, наверное, уже в... О, есть контакт. Есть контакт. Так, сюда. Хрен, да? Давай. 42 урона под защитой. Дичь. Я могу это именно так охарактеризовать. Просто дикая дичь. Так, ты, кажется, отъезжаешь, братишка.
Да. Но, походу, мы все-таки потеряли одного. А, не, нормально. Что-то там у них пошло не так. Что-то у них пошло не так, господи. Все равно у них что-то пошло не так, нажри. Отлично. Вот это я называю топчик. Прям вообще. Так по красоте душевные, ну... Хорошо получилось. Плюс шахта. С помощью шахты мы намайним золотишки немерено. Давай почитаем указатели. О, подожди, а эти откуда? А, вот оттуда, наверное, пришли они, да? Скорее всего. Здесь проход, здесь, здесь. И у нас еще не стоит забывать, кстати, где-то здесь. Да, ребята, здесь есть у нас подземные врата. И оттуда тоже может прийти вражина. Но прийти она может именно тогда, когда мы этого не ожидаем просто. Не хочу тратить дерево, я хочу построить. Я хочу построить часовенку. Часовенку солнца я хочу построить. Походу придется покупать ресурсы. В частности, дерево. У нас здесь дерево, конечно, есть, но, блин. Но, блин, алло. Ну, давайте, давайте попробуем. А чё? Что нет-то, спрашивается. Давай, сейв. Так, кстати, что мы здесь с вами можем возвести? Разлучено, разлучено. Нам, в принципе, наверное, лучше где-то там строить. Хотя, наверное, в разлучении было бы неплохо. Не знаю, с одной стороны, если мы ее, этот замок потеряем, как бы врагу достанется довольно-таки... Обустроенное местечко, облагороженное. Я хочу вот эту еще штуку. Удружественных существ в зоне контроля города повышается боевой дух на 10 и магическая сила на 20. Но магическая сила на 20 это фигня, хотя она может быть полезна для... Не знаю, действует ли она на висталок. Все, с деревом совсем все плохо. Подожди, а что-то мы покупать можем? Подожди, вот допустим... А, здесь 3 кристалла, здесь 5 кристалла, здесь 3 кристалла, здесь 3 кристалла. Вот 3 кристалла, 8 дерева нужно. Кристаллы я успеваю набрать дерево за 3 дня. Ну, кстати, я дерево в аккурат успеваю набирать. Но я, собственно говоря, скован буду по рукам и ногам. И ничего не смогу построить. Ну что, ребят. Галопом по Европам, как говорится. Давай поехали. 230 стрелков. Охренеть. У них еще инициативы, я гляжу, прям дохренище. Сейчас грифоны будут встревать. Я тебе говорю. Я тебе говорю, грифоны будут сейчас встревать. Минус раз грифон сразу. Это они еще под защитой. Учти сей момент. Так. Ну, скажем, давай-ка вот на этот ряд. Так, здесь же у нас как бы... Разницы-то по кому стрелять, наверное, нету. Хотел бы я, ребят, вперед пройти. Но у нас грифоны... Обратно на это место приземляться и, ну, ты понимаешь, да, что будет. Так, есть контакт, есть контакт. Давай думать. Давай думай, давай вот на... Вот этих ребят, смотри, что мы делаем. Как тебе такое? Сейчас, я думаю, они, да, попропускают ходы. Ввиду неликвидности. Че тут по удару? Ух ты, ёпта. О-та-та-та-та-та-та. Так, подожди, а если подождать? А ежели подождать немножко? Что тогда будет?
3-8. Чё, блин, может... Не знаю даже, по кому здесь эффективнее стрелять. По идее, одна фикственно, да? Хотел бы я сказать по-другому, но не буду. Так, так вот, чуть Тарика больше дамаги. Ой-ей, о! Ну, сейчас в ответку минус один. А, ну, почти минус один. Слушай, ну, хорош, мы, так скажем, ополовинили. Ай. А вот сияние-то вы зря трогаете. Это прям мой топчик. Это мой топич. Который я бы не хотел терять вообще никак. Блин, одно сияние, а минус. Это жаль, потому что они им не отвечают на удары, и у меня вообще руки раскованы, когда я их раскидываю. Так, давай-ка мы немножечко подождем. Дала. Короче, грифоны оказались на редкость бесполезны в этом бою. Ну как бесполезно, они прям хорошо их приложили. Конечно, хорошо их приложили, но... Двадцать одно пробили они, да? Ну ладно. Нифига отошли. И эти куда-то пошли. В смысле, типа мы домой? Или чё? Или где? Вы думаете, я вас просто так теперь отпущу? Не-не-не, вы мне за сияние сейчас ответите. Сияние и так мало, очень небольшой у них прирост. Вы мне их ещё коцаете. Доволен ли я этим боем? Ты знаешь, я, наверное, лучше сделать бы не мог без висталок. Висталки бы мне сейчас поправили ситуацию. Ну, у меня их в наличии нету. Зато лесопилка, ребят, наша. И вот теперь у нас будут немножечко развязаны руки. Теперь 4. А, 6. 6 в день от лесопилок. У нас лесопилок получается раз... Ага, да, мы же там еще лесопилку прибрали. К рукам 2. И отлично. Я, как мне кажется, неплохо сейчас поступил. То есть на следующий ход мы сможем себе позволить сразу же возвести часовню Святого Солнца, а потом уже, может быть, даже какие-нибудь укрепления. Прирост существ, все это будет дело увеличивать. Ну или жапать кого-то. Мне вот и сталки улучшенные нужны, но это кристаллы. Это все кристаллы. Давай хотя бы базовый какой-то набор отстроим. Так, Антоша, 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 давай-ка ты, наверное, еще бонусы какие-то дополучишь. И мы с тобой прикинем, куда дальше пойти. Я бы, наверное, часть сделал. Давай засейвлюсь, потому что фиг его знает. История инкогнита сейчас как выскочит какой-нибудь. О, охренеть. Так. Так. Вот это тоже. Очень-очень вкусно. Очень-очень вкусно, очень-очень заманчено, очень-очень хорошо. 58. Ну вот они, кстати, не отвечают на атаки. Они еще возвращаются на место. Как бы мне их так сковать по рукам и ногам? Угу. Тут еще бревно, блин, неудачно немножечко лежит.
Так, чётенько. Сейчас я слегка вот этот вот отряд накираню. Немножечко им собью все, что можно сбить. Можно было переместиться, это я сейчас прям здесь зря остался. Хотя нет, они доходят. Я думал, они теперь не достанут до этих фурий. Зря. И тут, ну, добить-то они добьют, то тут дамаги, наверное, больше влетело бы, если бы мы все-таки ударили. Немножко не так я сыграл, как хотел. Сейчас, блин. Три грифона, да, минус. Заново мы, наверное, начнем. Сейчас я приблизительно попытаюсь объяснить, что же я хотел. Хотел я следующее, не добивать этот отряд, чтобы могли мои сияния, во-первых, атаковать. Во-вторых, чтобы... Ну, вот здесь, видишь, гвардейцам свезло, они сходили. То есть не сходили бы гвардейцы, они вообще, по идее, сейчас должны бы стоять между двух отрядов фурий и раздавать им налево и направо. Не знаю. Так-то они, конечно, сдохли. Смотри, три грифона и еще один всадник. Три грифона — это много. Можно было бы больше потерь избежать. Не знаю, кстати. 3-1. Давай их заново еще разок. Я прям... Хорош. Хорош. Это сейчас хорош. Так. Уже что-то пошло не так. Но здесь довольно-таки трудно, на самом деле, предугадать. Как пойдет батл. Это бревна, уже камни лежат. Казалось бы, то же самое, но нет. Ну, нет, не так. Давай-ка теперь по этому вот отрядику. Да. Вот так вот их изначально нужно поставить. Чтобы со всех сторон к ним был доступ к фуриям. К тем, к этим. В то же время здесь ребятки находились у нас как бы под защитой. Кого бы я ни бил, наши бы отряды находились под защитой. Блин, 16 жизней-то осталось. Мало. Ой, ребята, мало. Мало. Мало мы смогли снести. Сколько грифонов сейчас опять отлетит? 2. В прошлый раз улетело 3. Но это при условии... То, что еще вот этот отряд не ходил. Сейчас еще снесет одного грифона. Угу. Навряд ли, конечно, сейчас переживут. Семи в ответку, да? Так, а если я подожду немножечко? Блин, здесь мы убиваем, а там... Теперь, короче... Что-то опять пошло не так. Что ж ты будешь делать? Что ж ты будешь делать? Почему все так непросто?
Хотя не, нормально. Этот отряд добили, тот отряд добили. Ну, в смысле не добили? Троечку оставил главных. Как так-то? Блин. Ну, блин. Давай только не убей, пожалуйста. Ну, пожалуйста. 7, нормально. Короче, такое. Ладно, примем, собственно говоря, это как должное уже. Так, здесь нам делать нечего. Здесь давай-ка строим. Здесь у нас кристалла одного не хватает. Ну, одного это не 10. Нанимать, к сожалению, по войскам тоже ничего нельзя. Тоже надо какие-то начальные крепостные стены будет отстраивать. Чтобы увеличивать прирост. Вот и кристаллы. А вот и полчищей группа. Вот эта группа, она самая страшная на самом деле. Так, что тут у нас есть? Элементали земли, кристаллы. Ну, короче, просто территорию чистить надо, да? По факту. По факту просто территорию чистить надо. Блин, у гарпий столько же. Просто столько же гарпий, сколько и было. Сейчас, наверное, два отряда, один... А, нет. Казалось, все немножечко не так. У них очень мощная магия. От магии, наверное, больше надо защищаться, нежели вот... Так, а мы как под защитой-то будем стоять? Вот это ты, кстати, слепая дева здесь вообще не кстати. Кстати, не кстати. Угу. Ничего не бафуют, ничего не кастуют, просто решили подойти. Давай-ка мы этих демонов. Демонов будем убивать. Так проходит, и вот так тоже они проходят. Ладно, если я встану здесь. А вось конница будет немножечко под защитой. Когда ж вас сдвинуть-то, блин, еще даже мои светлячки ударить не смогли. Жирные твари. Просто сотка здоровья. Еще два вида бафов. До стрелков, кстати. Да ладно, опять тройка снесло. Что ж делается-то, а? Не, пока я сейчас висталок не наберу, я, наверное, никуда не двинусь. Даже не уговаривайте. Ну, серьезно, просто по-хорошему это ничем не закончится. Без висталок хила нету, без хила нету счастья. Стрелки попали под раздачу. Стрелки попали под раздачу. Так, грифоны, стрелки. Надо куда-то смещаться туда. И все войска оттягивать вместе с ними. Так, давай сюда. Совершенно лишние потери, не знаю.
2. Ну да. Сколько бы у нас здоровья не было, и этих сейчас покоцают. Не, короче, можно считать, ребята, эту битву неудачной. Я не буду. Не буду я даже дождаться конца. Наверное, сейчас загрузимся и продолжим уже дальше разведывать местность. Так, ну что ж, я понял то, что хоть и, ну, угроза низкая, конечно, мы их разваливаем направо и налево, но без потерь у нас это сделать не удается. Потери довольно большие, кстати, давай-ка вот сюда, наверное, дойдем до конца. Подожди, а почему я не почитал указатель? Я это обожаю делать, но я почему-то этого не сделал. С постройками что? Здесь все хорошо с постройками, здесь все пока что не очень хорошо, но вот теперь прям похорошело сразу. Сколько войск у нас... Ага, то есть семеру, у нас уже семеро про запас лежит. Обалдеть. Обалдеть как круто, обалдеть как удобно. С двух строений-то, да? Что у нас здесь есть? Указатель Владикрай на запад. Сказки и предания о городе Владикрай и могучих чудовищах, которые охотятся в окружающем его грифоньем лесу, ходят по всему герцогству. Когда графа, управляющего городом, спрашивают, есть ли правда в этих рассказах, он улыбается и отвечает, что ее не больше, чем в сказках, которые рассказывают детям на ночь. Так, здесь у нас, я гляжу, есть хозяин. Хозяин есть. Полчище. Полчище это сколько? 142. Оставляем их, ибо они засали и сваливают. А нам немножечко очков в слезы не повредит. Чекаем здесь. По-любому этот герой пришел отсюда, этот союз умеренности. Как смеют они поднимать свой флаг над когтем? Последний раз, когда я здесь сражался, тут была единственная хижина. Единственная хижина? Воу! Грицек. Блин, у него, конечно, охрененная корона, да? Грицек этот здесь. Максимус серьезный урон, а здесь смертельно. Но я такое не пробью. Такое я вообще прям никак пробить не смогу. Ну, точнее, может, смогу, но не сейчас. Это мы посещали, сюда мне не нужно, если немножечко вернуться назад. Сейчас посмотрим, что мы сможем. Во-первых, надо бы висталок. Из войск все. Все, что я хотел отстроить, я отстроил. Нам не хватает немножко на Капитолий, но не хватает дерева. С деньгами пока все хорошо. Укрепление бы я бы, наверное, еще построил одни, чтобы прям совсем все хорошо было. Давай, наверное, так и сделаем. Что я готов обменять? Ну, наверное, все-таки золото. Золото сейчас у меня в достатке. А не хватает мне буквально 3 полежка. Для того, чтобы сделать часть того, что я хочу. Неделя жабы. На этой неделе девушки целуют лягушек. Хорошая неделя. Для лягушек. Вот. Вот то, что нам было необходимо сделать. Ждем. Ждем, смотрим. У нас еще неупокоенные есть, насколько мы все это дело помним. Потому что у нас где-то Жоржия бегает. Он по-любому придет. Может быть, даже где-то дальше по компании. Не. Золотишко я еще успею построить. Кстати, а почему бы нам его не построить в Черных холмах? Не хватает пару поленьев. Конечно же, мы их купим. Средства позволяют. И надо бы, наверное, после этого уже строить, наверное, эту рынок артефактов и немножечко обвешаться правильными артефактами, а не тем говнищем, что нам предложила игра, да? Не хватает у нас на все денег. К
как ни странно. Траты довольно большие были, но зато практически 10 тысяч золота в день мы получать будем. Так, ну, наверное, стрелков, девок, ну, грифончиков обязательно, но на сдачу уже стражу нам накинули. Блин, висталок мы, конечно, потеряли плюс-минус такое же количество за все это время. И это было на самом деле-то зря. Это было зря. 400 золота и 2 дерева, зашибись. Охраняют, конечно же, здесь не слабо. Ладно, пробуем. 29 элементалей воды. Сейчас опять грифоном будет вылетать. Но ничего, ёпта, ни хрена себе, ты слышишь? Слышь, чё, алё? У них какое-нибудь заклинание слепоты, чтобы они не могли ходить. В общем, в чем фишка? Сейчас прилетит ледяная глыба, которая похоронит множество существ. Кого именно, сейчас увидим. Висталки. Зачепись. Ладно, окей. Дубль 2, ребят. Дубль 2. Немножко по-другому. Возможно, сейчас будет... Да, сейчас будет не один отряд, а целых дохрена. Но... Что мы сделаем? Конечно же, висталочек прикроем. Чутарик они смогут выхилить. Немного этого будет. Немного, согласен, но... Кто вам, грифоны? Да. Полетели грифоны. Стрелки полетели. И еще стрелки полетели. Чуть стрелков много полетел как-то. Кого? Тебя. Жирные отряды. Ты даже взлететь не можешь, понятно. Понятно, что тебя приморозили и тебе немножечко хреново. Да ладно. Так, стрелков. Воскрешать мы пока будем. И я, наверное, подойду чуть ближе посмотреть на вас. Проходимцы, вы чертовы. О, это я удачно встал. Это я очень удобно и комфортно здесь сейчас располагаюсь. Есть такая маза, что, наверное, на грифонов лучше мне это сделать. Ну, в смысле, удачу и мораль. Потому что они сейчас-то точно... Так, ага. Давай-ка подождем. Есть еще один шанс. Да, ёб твою. Что ж ты так-то вот так вот прям прокаешь, чтоб... Не. Да, да, понимаешь, в чем засада? Они даже не бьют всадников солнца, которые могли бы. Могли бы арести. Так, здесь всех закоцает, чего я не хочу. Пожалуй, сюда. Сделаем залп. Пять. Норм. Это прям норм. Так, вот это сюда. Это там сейчас им очень-очень-очень-очень больно будет. Так, стрелков. Давай еще остатки стрелков поднимаем. То есть, ну, сам понимаешь, с висталками сейчас все гораздо-гораздо легче. Так, и здесь мы еще должны разочек успеть ударить. Даже двоих может похоронить. Не уверен, но... Нет. Двоих не получилось, но почти. Угу. Ты знаешь, чётенько. Но грифон это неизбежная потеря. Стрелков мы практически восстановили.
А, грифона я даже не потерял, подожди. Ёпта, а чё я? Как я смотрел. Если бы у них ещё не сработала мораль, мы бы ещё могли чего-нибудь отжать. Нейтральный и агрессивный. Здесь огонь и немножко дерево. Кристаллы, наверное, кстати, было бы поинтереснее мне с кристаллами, но... Так, сколько ходов? 4 здесь. Сюда я за 2 хода только добегу, потом 2 обратно, но нет, это фигня. Они успеют уже увеличиться, да? Плодятся они там, как кролики. В замках тоже уже ничего построить не могу. Недостаточно финансов. На самом деле в разлучине можно построить было бы вот эту фиготень все-таки хорал верующих. Хотя вместо него там у нас что? Воскрешает павших в бою послушниц, всадников солнца и серафимов, если их не воскресить в течение 3... Ах ты, ёпта. Вот это вот, кстати, охрененная вещь. Алтарь воскрешения, здесь у меня будет инфосотка. Я тебе говорю. Потому что всадники солнца и послушницы у нас... Кстати, почему я не могу... Сияние-то загрейдить, жаль. Это было бы как нельзя кстати. А почему я могу? А, уже есть такая постройка. То есть либо там, либо здесь. Странно, почему доступна кнопочка грейда. Такс, такс. А здесь область на карте миссии. Ну, у нас есть, между прочим, один. Так, 2-5-2. Давай. Давай вот эту штуку. Где я могу это открыть? Это мне как... Как? Вот так? Ага. Да. Это именно так и делается. Я хочу видеть, что у нас находится здесь. Я хочу видеть подходы. Это удобно, на самом деле. То есть, два алтаря, которые дают нам набор до первого уровня, они не стакаются, и мне не свезет, и до второго уровня оно сразу не наберется. Вот. Ладно, last battle, ребят. Пора уже закругляться. Мы довольно много-таки сделали. Довольно неплохо пробежали, неплохо постреляли. 17. Угу. 17. Эх. Давай пробовать. Так-ка подождем, вдруг... Нет, они с другой стороны побежали, да. Я как и думал, что они, скорее всего, с другой стороны стартанут. Подожди, а если вот так вот сделать... Герой бы выстрелил, конечно, но я хочу, чтобы висталки хилялись, и они коней вот этих хиляли. Сейчас они начнут друг друга подхиливать. Кто-то висталок, кто-то еще кого-то. Наши висталки, кстати, идут в бой. Неожиданно, да, но... Никто не ожидал. Но вот мы именно так и сделали. Просто они не пропустят их здесь. Так, всадники. Всадники, скорее всего, будут оббегать. Но это не точно, между прочим. Так, даже если они оббегут, мне бы нужно... Где-то вот здесь вот так вот встать. Чтобы быть, так сказать, на волне. Бам! Ёпта! Ни хрена себе, сдуло просто вот так вот и улетели. Им даже алтарь не поможет. Кто у нас еще ходит? Так, сначала эти рыцари, потом вот эти, потом вот эти. И нормально. Давай-ка мы героизму
Кому мы героизму дадим? Ну, не знаю, давай нашим всадникам солнца. Так. Не, выкуси. Жри это, сволочь. Все, в обороне, отлично. Сейчас мы их вот так же опять прошьем. С удачей, кстати, довольно сильно было. 7-8, 7-8. Давай подождем. Мне сейчас торопиться некуда. Посмотрим, что висталки сделают. То есть они один раз хильнутся, и второй раз им нужно будет сходить. Вот. Чего я и ждал. Между прочим, вот. Я хочу сбить здесь. И... ну, просто так как бы еще ударить. 2-3. 2-3, 2-3, 2-3, 3-2. 2-2-3, 3-3, 3-2. Смогут ли потом мои здесь ребятки пройтись? Так, я их уберу от греха подальше. Вдруг моя конница не сможет просочиться здесь. Не знаю, что может случиться, но что-то случиться определенно может. Как всегда, зафейлить не хотелось бы. Потому что, если честно, я вот хотел до этих всадников добраться, не зря же их забивал им контратаку. Угу. Ну, немножко случилось не то, что я хотел. Так. Так. Да, по висталкам. Бам, минус одна, но она выхилится, я думаю. Да, она определенно выхилится. Так, ждем, ждем. Хиляемся. Давай, родимая, лечи себя. Ты неплохо постаралась. Я очень за тебя рад и горд тобой. Ну, Миш, смотри, я говорю, висталки, они сейчас прям отлично работают. С другой стороны, нужно вот этот алтарь построить, чтобы я мог терять спокойно, допустим, вот эту конницу и выкупать ее. Золото у меня до хрена, это будет разменная монета. И, кстати, золото давай-ка еще больше будет на тот самый случай, если оно нам действительно пригодится. Стрелки, но ради драконьего источника, да, ну, ребят, я даже руки марать не буду. Дерево, грифонов, много-много-много, это мы, наверное, уже, конечно же, зафигачим, но это будет в следующий раз. Давай-ка сразу посмотрим, что я могу здесь еще построить, еще прикупить. Так. Ну, золото есть, короче. Поэтому делай так, делай вот так, делай так. И делай вот так. Хорош. Чтобы прирост был максимальный, нужно из этих двух замков, значит, с черных холмов. Кстати, о, как красиво Капитолий-то выглядит, а? Тут все дела, солнечный свет божественный, да? Все это очень-очень круто. Ну что ж, ребята, если вам понравилось, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. У микрофона был Лисперс, ребятки. Пока-пока.